Развязка напряженного конфликта, зародившегося между двумя бойцами не только благодаря конфликтам их прототипов в UFC, но и из-за глубокой личной неприязни друг к другу. И первым в октагон приглашается 23-летний боец, являющийся кандидатом в мастера спорта по панкратиону и чемпион Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской борьбе. В своем дебюте на хардкоре он вышел на замену и не смог продемонстрировать свой настоящий уровень. Но сегодня Нейт Диас, кабардино-балкарской огранки, планирует наказать своего заклятого соперника за все его дерзкие выпады. Поприветствуем в октагоне Ратмир Диас Долов. Ты понимаешь, я что, даю своим словам? Ну зачем? Слышь, ты хлёд. Ты даешь своим словам? Мой соперник черт один, Конор сибирский. Я тебя размажу. Вот здесь, давай. Вот здесь, в клетке. Давай, давай. В октагоне. У меня нет никакого конфликта, ничего. Просто личная неприязнь. Просто не нравится как человек. Я сейчас тренируюсь. Вот к этому петушку готовлюсь. У меня к тебе очень... Ты сучка гребаная, ты бы никаким не вышел. Что ты, сука? Ты че, Так, парни, слушай внимательно. Сразу говорю, только по боксу. Ни борьбы, ног тем более нету, понятно? Только борьба. Только бокс. Файт! Коляк, давай! Стоп! Стоп! Желать этому Конору ничего не хочу, просто я с ним в октагоне разберусь, там пообщаемся. Его оппонент, эпатажный боец, представляющий город Иркутск, кандидат мастера спорта по рукопашному бою, 6-й номер рейтинга легкого дивизиона, зрелищные зарубы в ирландском стиле и экспрессивный трэш-ток – это лишь часть схожества харизматичного сибиряка с главной звездой смешанных единоборств. А сегодня он словно Мистик Мак. Оригинальный Макгрегор предсказал, что удострочит своего соперника на 40-й секунде. Встречайте, Анатолий Сибирский Конор Надратовский. Диас, грязная мерзкая сучка. Этот бой больше 40 секунд не продлится, это я тебе обещаю. Доживи хотя бы 40 секунд, это максимум, что я тебе могу посоветовать и пожелать. А своим фанатам я хочу сказать, друзья, ждите яркого и зрелищного завершения боя. Это будет красиво, феерично и очень эпатажно. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушай внимательно мои команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. По углам. Спокойно. Ждать чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось ждать. Смотри, сразу полетели. Да, ну что ж, третий бой Конора и Диаса, который пройдет впервые в рамках UFC MMA. Ну что, здесь тоже, наверное, есть все предпосылки к финишу. Правой руки начинает что? Как жестко попадает Конор! Старается спастись в борьбе Диас, но на этом-то все и заканчивается. Стремительнейший нокаут от Анатолия Надратовского. Предсказание почти сбылось. Да, только гораздо быстрее. Ну, конечно, очень жестко пропустил на первых же секундах встречи Диас. Ну и на этом, кажется, весь вопрос должен быть решен в рамках этого конфликта. Да, не успели увидеть. Прям как Мухаммед Али. Почти. Техническим нокаутом победу одерживает боец из красного угла Сибирский Конор. Не сдержал ты обещание свое. Обещал на 40-й секунде, а сам даже до 15-й не дошел. Слушай, я хотел побольше его помурыжить. Но случилось так, как случилось. Видимо, держалка не настолько сильная. Но в любом случае, я желаю своему оппоненту, чтобы он поправлялся, чтобы у него было все хорошо. И это никак не сказалось там. Травмы головы или еще что-то, какие-то тяжелые последствия. Поэтому всем добра и спорта!
Слово тебе. Да нечего сказать. Даже не понял. Попал. Готовился хорошо, я не знаю. Просто залетел у него удар. Нечего сказать. Не расстраивайся. В любом случае бывают победы, бывают поражения. Главное в это верить. Что-то еще хочешь сказать? Можешь привет передать кому? Ничего страшного, бывает. Диас вернется сильнее. Это жестокий бизнес. Я хочу, чтобы не было Диасу пожать руку и сказать, все наши вот эти конфликты, все, что было, я тебе наговорил много плохого, ты мне много плохого наговорил. Я хочу с тобой протянуть руку примирения, чтобы мы с тобой стали, как говорится, коллегами. Отлично. Молодцы. Мы работаем. Я желаю тебе, чтобы ты поправился, чтобы все было хорошо, чтобы ни в коем случае вот это попадание в голову не принес тебе никаких тяжелых последствий. Поэтому, я думаю, все будет хорошо, Диас восстановится, выйдет и покажет яркую версию себя еще не раз. Всем добра и спорта нашего фирменного.